Преступная деятельность группы лиц пресечена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента агентства по финансовому мониторингу по Кустанайской области. Ее участники, как выяснили специалисты, организовали на территории Кустаная подпольный цех по производству суррогатного алкоголя. В ходе обыска в местах производства и хранения поддельной водки обнаружены изъяты самодельный аппарат для производства и разлива алкоголя, более 1000 литров спирта и более 8000 бутылок водки. Сотрудники Департамента экономических расследований рассказали, этикетки с какими названиями наклеивались на пол-литровую тару. Родники Сибири, биткоин, чистое серебро, алтайская вершина, белый лебедь. Также пустые бутылки в количестве более 22 тысяч штук, а объемом 0,5 литров. Крышки в количестве 27,5 тысяч штук, а также поддельные учетно-контрольные марки. Стоимость только готовой изъятой продукции специалисты Департамента экономических расследований оценили в 9 миллионов тенге. Установлено, что произведенная суррогатная продукция распространялась на территории Кустаная, Камыстинского, Ауликольского и Кустанайского районов. Незаконное производство заключалось в простом смешивании спирта и воды, после чего из одной бочки данная жидкость разливалась по бутылкам с разными названиями водочной продукции. По данному факту проводится досудебное расследование по статьям «Незаконное предпринимательство» и «Использование заведомо поддельных учетно-контрольных марок» Уголовного кодекса Казахстана. Первая статья более серьезная. Ее санкции предусматривают штраф до 5000 месячных расчетных показателей, а это почти 18,5 миллионов тенге, или даже ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет. Хамза Нурпейсов, Виталий Луговской, РТН.